Новый второй сезон аналитической программы экономиста Евгения Касьянова «Давайте разберемся» стартует 14 сентября. Зрители увидят знакомого ведущего в новом качестве, не просто в роли оратора. Теперь Евгений Юрьевич будет вести острые дискуссии с приглашенными гостями. Она будет немножко другая, она будет немножко иначе устроена, чем это было раньше. Ну, зрители это все увидят. А проблема, которую мы будем обсуждать, проблем накопилось много. Вот, казалось бы, лето, сезон такой как бы расслабленный несколько, и каникулы, и отпускной сезон. Тем не менее, проблем за лето накопилось очень много. Прежде всего, конечно, проблемы, связанные с экономической жизнью нашей страны. Вот их в основном мы будем рассматривать. Конечно, мы не сможем и не собираемся обходить вопросы, связанные с так называемой пенсионной реформой. По сути, это, конечно, не реформа никакая, это просто ограбление людей предпенсионного возраста в таких космических масштабах. В выпусках программы будет затрагиваться экономическая ситуация Забайкальского края, которая, по мнению Евгения Касьянова, находится в очень плачевном состоянии. Премьерного выпуска ждут не только жители нашего региона, но и всей страны. У передачи сложилась, как принято говорить, определенная целевая аудитория. Те люди, которым интересно, это те люди, которые хотят смотреть. Да, ко мне даже вот просто непосредственно в беседах обращаются, говорят о том, когда выйдет передача, нам интересно смотреть, мы будем смотреть. Вот об этом тоже, как бы говоря, я благодарен своим зрителям и слушателям, те, кто смотрели эту передачу. Я думаю, что что-то интересное для них в прошлом году мы сумели донести. Ну, надеемся, что также и в этом году. Не забудьте включить телевизор 14 сентября. В этом сезоне Евгений Касьянов обещает разобраться во всем еще подробнее и интереснее. Добрый день. В студии Евгений Касьянов в аналитической программе «Давайте разберемся». Юлия Сидельникова, Максим Лобачев, ЗапТВ.